四海在俄罗斯的街头随意采访了几位他们现在的年轻人，问题非常简单，就问他喜欢哪个国家，但是答案却是五花八门。令我惊讶的是，和我心中想的完全不同，尤其是最后一个人的回答，真的让我大跌眼镜，甚至还有一点点可怜他。Не могу так сказать, если честно, нет определенного ответа. В плане путешествий, допустим, Франция какая-нибудь, но не в плане жизни. Хороший вопрос. Не знаю, сейчас, наверное, Франция, потому что французский учу. Франция. Там красиво. Несмотря на то, что там грязно, но там красиво. Если просто нравится, то Швеция. Мне нравится в целом, как у них устроена политическая история и в целом то, что это страна для того, чтобы люди там жили комфортно. На самом деле, возможно, Корею, кей-поп. Да, да. Вот, вот, видите? Вот, у меня даже фотки есть. Чунгук. Мне очень нравится Россия, Италия. Мне очень нравятся пейзажи Италии. Испания. Там тепло, классно, люди классные. Я думаю, Дания. Оттуда мой любимый актер. Мадс Миккельсен. Австралия. Таиланд. Наподобие. Норвегия. Там холодно и красиво. Не знаю, там люди улыбчивее из-за того, что там... Швеция. Я там была. В Стокгольме много лет назад, там мне очень понравилось, там очень классно, там атмосфера крутая. Ну, я бы куда-нибудь в Азию съездила. Ну, Китай интересный, Корея. Япония. Культура, очень богатая культура, и они до сих пор чтят свои традиции. Я был в Англии, я жил там 2 года, и мне вообще понравилось очень сильно образование, и в принципе, как люди относятся к другим людям тоже. Ну, немного другая, я бы сказал. Ну, тут... Ну, тут как-то хмуро, мне кажется, немного. Может, тут, ну, почти каждый второй боится выделяться, и это немного странно, как по мне. Очень люблю Россию. Мне много раз говорили такие перспективы, что можно уехать там из России, но в целом я чувствую себя нужным здесь, в России, потому что, ну, здесь что-то такое родное. Не знаю, мне Россия нравится. Россия, она такая сильная, красивая, и все аккуратно, чисто. Не знаю, мне другие страны не посетить. Много хочу, Италию хочу, Братислава. 看到这些回答，兄弟们可能会大失所望。也许你们跟我一样，没有听到心中想要的答案。居然没有一个人喜欢我们的。其实现在这个网络上呀，有很多博主会说一些大家想听的话，拍一些大家想看的视频来博取流量。其实真正的情况也并非如此。俄罗斯人几乎异口同声的向往那些西方国家，有两个向往亚洲的，也是日本、韩国这些发达国家。但是这些国家跟他们的关系并不好，甚至说还有一些摩擦。在西方有一句谚语是这么说的：千万不要跟俄罗斯人握手，如果握了，一定要抽出手来，看看自己还剩几根手指头，因为他们会在跟你握手的时候掰掉你两根。这话听起来挺吓人，但纵观历史，基本上他周围一些号称好朋友的盟友，在他们最发达最富裕的时候都欺负过，没有例外。也许你们现在看到他们跟我们关系非常好，但是有没有这种可能性，因为他们真的没有朋友了。